Новый поселенец. Глянь. Походу, чел теперь с нами живет. Он теперь наш. Так, у нас есть Кузя, Таня, Саша. Богдан. Теперь проекты. Постройка. Нет, нет, это мебель. Стол 2 на 4. Ух, как он хорошо сюда становится. Подождите, а не эстетическое какое-то наслаждение из стола, допустим, из стали получат? Или как? Или из золота стол? У них будет настроение повышаться, если я им сделаю стол из золота? Ух, блядь, дороговато. Ну тогда и так нормально. Стулья. Так, и еще работа. Смотрите, Богдан. Очевидно, что пожарные, вот эта вот хуйня вся, это Богдан берется первым делом. Отдыхать вторым делом. Работа третьим делом. Повар вторым делом. Богдан хорошо жарит еду, я помню. Строитель вроде Богдан тоже неплохой. Хотя пусть будет третье, и вот этот вот освобожден. И вот здесь вот по тройке будет. Дальше Богдан. Хуёвый фермер. Мы его не трахаем по этому поводу. Шахтеры. Ну, шахтеры народу нужны. Богдан будет шахтером. Кузнецом. Портным. Ремесленником. Носильщиком пусть будет Богдан на втором. И уборщиком. Вот так. Все, Богдан, и лечись давай там. Слушайте, а давайте вот это здание, оно будет наполовину больницей, а наполовину зэчной комнатой. Чё скажете? Так. Гну заражение. Ну и мне похуй на эту гну ёбаную. А вот цыплята жалко, что сдохли. Снаружи 20 градусов, внутри 24. Но уже скоро на охлаждение надо будет. У Тани серьезный риск нервного срыва. Что случилось? Футболка с трупа. Да. Сильная боль. Наверное, должна была отлежаться. Эта футболка. Плохо спала X3. Одежда изношена. Ужасная больница. Ну, я скоро сделаю нормальную больницу. Темное помещение или тесное? А, тесное помещение. Разберемся. Так, смотрите, вот эти ребята здесь спят. У них внутри 22 градуса. У них все заебумбикс. Почему все так жить не могут? Следующий переезжает Эгги, наверное. Переставляем его кровать. Эгги, пока ты ни на ком не женился, ты будешь вот так вот жить. Переставляем. Тоже. Эгги, было бы круто, если бы ты сам себе бы еще все переставил. Вообще было бы заебись. Место для проведения вечеринок. Мы строим копию вот здесь вот. И... ну, вот так вот возле стола пусть будет место для проведения вечеринок. Во-вторых, Богдан наконец-то несет еду туда, куда надо ее нести. Это тоже заебумбикс. Так, и еще тут не хватает света. Построить копию. Ну, наверное, так. Здесь тоже на входе. А здесь по центральной части. Фу, пиздец, отсюда еще столько надо ресурсов перенести, это пиздец. Эгги, ты скоро, блядь, Эгги. У тебя все скоро будет хорошо. Ты переедешь, и у тебя не будет нервного срыва, Эгги. Все нормально. Эгги, если ты... блядь, давайте я его заставлю. Он сюда сможет же переселиться, и тут у него будет получше настроение сразу. У него поднимется настрой. Носильщики не очень сейчас справляются. Ага, вон трупы. Ух, блядь. Расширить область. Пиздец.
О, Богдан спит у себя. Ура! Надеюсь, Богдан рад. Ел на земле. Богдан, все будет хорошо. В смысле, блядь? Богдан, в смысле? Чем тебе не нравится твоя охуенная спальня? С прекрасной температурой, блядь. Почему омерзительно, Богдан? Богдан, а, не, ну прибраться я понимаю, что надо, Богдан. Это я понимаю. Сейчас, подождите. Работа у уборщиков. Кого бы назначить? Давайте, знаете что, я им всем мега приоритет уборки сейчас поставлю, чтобы они быстро все, всю теру убрали, а потом опять до двойки. Опущу, подниму. Так. Ему нужны какие-то еще украшения, да? Покрытие, мебель, какую-то... Ну, наверное, вот это, чтобы у них настроение, да, поднималось. Как комод я им поставить могу. Цветочные горшочки сейчас я им поставлю. Суки ебаные. Ага. Так, они идут отсюда. Но за вот эти кусты, если я спрячусь. Или за вот эти камни. Но, наверное, лучше за кусты. Блять, у них очень удачное положение. Ой, Кузю ранили. Богдан, у тебя есть оружие? Ты чё, еблан, блять? Богдан, сука. Возьми ствол. Надо зайти с фланга. Попускай, попускай эту панду ёбаную. Богдан, иди попускать. Ебой, попустили. Всех распустить. Раздеть, раздеть. Можно забрать, можно забрать. Нефрит какой-то они мне принесли. Едят на земле почему-то. Надо лазаретную комнату сделать. Вот эту может быть сделать лазаретом. Но она попросторнее, она точно лучше, чем вот эта. Здесь внутри 24 градуса. Так, сейчас я их еще уборщиками задел. Вроде я мега приоритет уборки. А, все, Эгги пошел. Сейчас они везде сделают уборку. Или вот из этого все-таки помещения сделать лазареты. Так, Эгги переехал. Следующий переезжает вот этот чел. Переместить. И такая же комната, как у Эгги будет. Так. Тумбочка. Переставить тумбочку. А, да. Хуй пойми. Ладно. Так. А, одному из них вообще ж кровати не хватает, блядь. Да. Еще, кстати, в центральной комнате освещения не хватает. Построить копию. Так. Ну, наверное, я сразу еще сделаю. Построить копию. Вот так вот. Потом тут будет наполнение этих комнат. Да цыплята, блядь. Мало пищи. Да кушайте вот эту хуету, блядь. Ну вот Айнура что-то делает. Так, сейчас. Работа. Повар. Так, во-первых, давайте тогда так. Вот так вот. И вот это полностью убираем. Цыпленок умер. Снаружи уже плюс 30. Внутри уже плюс 28. Потому что весна, видимо, в самом разгаре. Уже, походу, надо выключить эти шняги. Выключаем. И надо кондиционеры ставить. Сейчас. Построить копию.
Надеюсь, хватит ресурсов. Саня, а когда ты это сделаешь, блядь? Ага, спасение какого-то беженца. О, какой-то еще чел к нам присоединится, мясник. Слушайте, ну можно его спасти, попробовать. 5 дней у меня на это решение. Но у меня с какими-то львами-предателями будет минус 100 репутации. Ну хуй знает. Так, короче, смотрите, это отменяем. И просто, блядь, я строю копию. Сейчас. Построить копию. Вот так. Пиздец тут яиц, блядь! А их теперь просто не забирают, что ли? Такое чувство, что надо 2 кухни делать. На всякий случай. Вот реально, у меня такое предположение, то что надо построить копию. Построить копию. 2 места для готовки надо. Потому что иногда прям жестко нужна еда. Так, Богдан, что у тебя опять не так? Средняя боль. У тебя что-то болит? Почему? А, у него пищевое отравление, потому что он хуйню жрал. О, наконец-то, блядь. О, господи, даже свет провели. Таня, сейчас тебе сделают. Все, это теперь Таня. Назначить владельца. Таня. А почему здесь Богдан, а не Эгги живет, блядь? Эгги должен где-то жить, он на земле вообще спит, сука. Пиздец, ну вот представляете, этот Санек нахуй тягает туда-сюда. Была бы здесь просто печка. Почему над ней не могут работать, я не понимаю, блядь. Просто постройте здесь печку, чтобы он не тягал туда-сюда, блядь, эти ресурсы, нахуй. Здесь стол постройте, чтобы они тут сразу жрали. Взяла, нахуй, пошла готовить. Я в ахуе. Пап, построй ее, блядь. Вот это построй, вот это построй. Ну вы пиздец, блядь. Вы засекли несколько грузовых так контейнеров. Опа, блядь. Опа, блядь. Сюда, нахуй. Эгги, у тебя все будет хорошо. Я тебя люблю и уважаю. Пожалуйста. О, синего приручили. Персона. Что она умеет? Дальний бой у нее очень хороший. И общение у нее хорошее. Кулинария, в принципе, нормальная. Животноводство неплохое. Так, а ну-ка. Работа. Но это значит, еще будут больше кушать. Так, давайте так. Первое. Отдых. Второе. Работа у всех. Третье. Надзор. Ну, пусть будет второе. Животновод. У нее вроде с этим хорошо. Повар. Ну, пусть будет, если не занято. Охотник. Ну, пусть будет. Строитель. Не умеет. Пусть синий убирается прям почаще. Носит. Носит тоже плюс. Пусть почаще. Но жалко, она очень мало умеет. Но за животными пусть получше следит. Жалко, что фермеров у меня вообще нихуя нету. И садоводов. Пойди хоть как-то попробуй по садоводу. И пофермерить хоть как-нибудь.
Пи-пу-пи-пу-пу-пу-пу-пу-пу. На один день пищи хватит. Ну, нормально, сейчас они хотя бы им будет где кушать, блядь. Спим, отдыхаем. А они все ресы отсюда перенесли. Отсюда надо ресы носить. Потом-то мы их продадим. Стволы надо взять им. О, неужели... Ты чё рыганул, блядь? Рыганул, сука! Синий испытывает чувство растерянности и бесцельно бродит по поселению. Это произошло из-за плохого настроения. Съела сырую пищу. А нахуй она ее съела, блядь? Так, ее же надо как-то еще назвать. Как ее назвать? Подождите. Майкл. Нет, подожди, а есть еще женские персонажи в универе? Ёбаный фак. О, яички начали сюда переносить. И они никогда не вылупятся, да? Ты чё, блядь? Не сюда, блядь! Вот ты... Ещё яички. Ну пусть кушают яички, кстати. Так, смотрите, всё. Здесь приготавливать простое блюдо. Повторять. По несколько раз. Не, подождите. И приготавливать вкусное блюдо. Ага, все, я понял. Значит, надо по приоритетам. Значит, во-первых, вкусное мясное блюдо. Вкусное веганское блюдо. Вкусное блюдо вообще. Пусть готовят. Теперь по 10 штук. 10. 10. Давайте еще, знаете, что я сделаю? Построить копию. И здесь сделаем двойную. Ну, вдруг еще кто-то заселится там. Построить копию. Ну, пока пусть будет здесь один, но потом нормально. Так. Очень грязная комната. Красота отвратительная. Почему нахуй? Пространство просторное, хорошее. Так. Весьма тесно. В смысле, блядь? Этого мало, нахуй? 25 квадратных метров, блядь. У него комната почти как у меня вся квартира. Разобрать. И Айнуру надо заставить работать здесь. Угу. Эгги наконец-то будет где спать. Назначить владельца. Впечатление омерзительнее. Да почему? Ну, блядь, за что? Вроде нормально. А что нужно, чтобы им красота и богатство повысилось? Сейчас, проекты. Может, им надо развлечения прямо в их... ну, вот, допустим, им шахматные хуйни поставить прямо сюда. Из золота, допустим. Сколько это будет стоить? 700. Ну, многовато, конечно. Золотые унитазы. Ну, очевидно, да. Видимо, им надо будет стол для покера еще. Надо развлекаловку, короче. Петушок. Что им надо для уюта? О, наконец-то. Так, и короче, смотрите, и здесь я в обратном порядке буду. Вкусное блюдо. Нет, даже так сейчас. Простое блюдо, вкусное блюдо, веганское блюдо вкусное и вот такое. Везде по 10 штучек. Так, и еще надо заселить вот эту хуету полностью. Я не знаю, как это, садоводство это или фермерство. Надо кому-то повысить сейчас фермерство на максимум. Так, цыпленка там разделал что-то. Ну, мне, кстати, нужен человек, который, наверное, реально всем бы мог заниматься, но не очень хорошо. Просто делать дела. Голод.
Таня. Таня хочет кушать. Подожди, а они этот шпак, блядь, что, весь съели, блядь? Вообще нет еды. Хуярить кур. Забить. 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 Ну да, цыпочек что-то прям много стало. Вроде, ну, бабушка рассказывала, что один петух обслуживает до 12 курочек. Таня, все будет окей. Сейчас, подожди. Я не знаю, чем тебе помочь. И вот этот криптосон мне интересно тоже. Если я это, ну, допустим, починю. Я не знаю, захватить. Что с этим можно сделать? Только разобрать и все. О, Саня сразу их хуярит. И на мясо. И сразу готовить. Сюда нахуй. Правильно, правильно, блядь. О, да, все, все, мы спасены, еда будет. Еда будет, отлично. Сейчас они еще там куриц захуярят миллион. Нажарят миска. Блять, пожалуйста, куда ты это понес, нахуй? Ты нахуя это здесь готовишь, еблан? Вот две печки, долбоеб ебаный! Срочно, иди разбери эту хуйню. Чем им тут не кайф есть? Я не понимаю, почему они едят здесь. Вот. Разобрать. О, пошло дело. Только быстрее все это разделывайте на мясо. Прям сразу. Мало пищи. Сейчас будет, не парься. Все сейчас будет окей. Как из яичек делать вообще еду, кстати? О, все еще спят теперь одинаково. Заебумбикс. Теперь смотрите, пошло дело... стол портного из дерева. Я сюда в жизни даже занятия не давал, задания не давал. Так. Переставить. Так. Переставить. Так. Переставить. Так. Так, вроде норм. Сейчас потихонечку мы все будем переносить. Но здесь еще для развлекалова надо будет какие-нибудь построить копию по углам. Почему они не хотят жарить яйца? Но это же реально охуенно. Да, сюда нахуй. У них хотя бы есть, получается, еда. И сразу мяско. О, да, и все так быстро работает. Охуенно. Да, 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 да. Разделайте вот этого цыпленка. Еще яйца. Ну вот яйца я не понимаю, зачем они нужны. Куриное яйцо x18. Куриное яйцо 1. Оплодотворенная. О, сюда. И сразу, пожалуйста. А, ну можно и сюда. Да-да-да-да-да-да-да. О, да-да-да-да-да. Да-да, раздел... Да-да-да, пошли-пошли, хорош. Топ. Блять, яйца, отсюда надо что-то... Что-то с яйцами надо делать. Гляньте, как они люто начали готовить. Так, вот это нахуй отсюда. Мертвого цыпленка мы отсюда выносим. Склад. Гнилье мы запрещаем здесь. А как с яичками? Может быть, есть какое-то... Есть просто приготовить яичницу. Так, дальше.
переставить, наверное, вот сюда. Так, Айнура, если ты не занята, то, пожалуйста, вот так. Ну, когда проснется, сделает. Так, и еще у меня один Саня почему-то здесь спит. Надо ему... А, так вот, смотрите. Саня переназначить. Все, Санек, ты теперь спишь вот здесь. Все, на кайфе, Санек. Фух, жестко. Собери кукурузу плюс еда. А я думал, они это автоматом делают. Смерть петуха. И петушка. Что-то достаточно мало я, видимо, захуярил. Но неужели сюда положить эти яйца и пусть всегда здесь будет дохуя кур? Ну вот сейчас, видимо, будет не дохуя кур. Блять, они их несут на свалку. Уже место закончилось. Сука, ебаные яйца! Мне что, отдельный холодильник для яиц делать? Почему они их не могут какие есть блюда из яиц? Саня. Почему я не могу взаимодействовать с этим столом? Я не понимаю. Делать бесконечно. Просто бесконечно разделывайте тушу. Смерть курицы, смерть петуха. Мне похуй. Блять, их потом... Им с мусорки... Где трупы людей? Им с этой мусорки потом забирать и... здесь переделывать это все в мясо. Просто если что-то есть, то пусть переделывают, очевидно, в мяско. Слушайте, ну и тогда бы куриц я бы убивал бы побольше. Бля, охуенно. А ну-ка, иди. Не, тогда можно куриц реально уничтожать. Прям жестко. Попускать их. Так, Богдан у нас строитель вроде, так что... Заканчивай давай здесь. Гля, они сюда трупы курятины только приносят и сразу ее разделывают. Топово. Сейчас Саня всю курятину, блять, пока не сдохнет, он походу всю курятину... Ты нахуя сюда сел? Ты сюда сел, потому что ты хочешь разобрать это место? Гля, миллиард мяса. Все, наконец-то. Все топово. Испортится через 4 дня. Ого, блядь. Почему? Здесь же минусовая температура. Ух, внутри 9 градусов. Здесь внутри... Внутри 10 градусов. Стоять, блядь. Минус 15 пусть здесь будет. Так, и теперь через сколько? Не испортится. Фух. Чё-то кукурузы слишком дохуя я собрал. Фух. Да чё там, хватит умирать, я вас и так убиваю всех там. Так, началось лето, да? Надо включать кондиционеры. Всё, я понял. Секунду. Да, я понял, я понимаю это. Так, петушок, сейчас, секундочку, началась жара. У меня внутри 26 градусов.
Мы понижаем, ну, да, вот стальки. Ну, наверное, вот так. А, не, подождите, их надо включить. Оплодотворенные яйца и убери их. Когда жители едят, баф какой-то плохой вроде. Но это не точно. Так а как? У меня там все яйца оплодотворяются. Всех просто петушков захуярить? Кстати, и навсегда просто можно курочек оставить. Не, ну они-то... Да, надо, короче, захуярить петушков. Блять! Сука, что делать? Так, ладно, давайте, давайте вот в этой области такие предметы, как кукуруза, мы запретим. А здесь такие, как кукуруза, разрешим все-таки. Пиздец, столько кукурузы собрали, блин. Так, как им сюда тепловой удар, Айнура? Сука, потому что на улице мега жарко, что ли? Снаружи 52 градуса. А внутри 29, 31. Сколько здесь сейчас? 30. На улице 52, блядь. Я не знаю, но... Минус 10. Стол портного... Швейная машинка. Давайте я футболку сошью. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И еще... А? Споки-пук. Семь штанов тоже сошью. Это чтобы у них там не было рваной одежды, вот это вот все дела. Это здесь будет, если что, у меня медкабинет. Чтоб они там далеко не ходили, вот сюда. Но это временный. Потом я вот тут вот разделю на две части, и будет наполовину тюрягу, наполовину медкабинет. Так, ну он теперь вот отсюда таскает трупаков. Тухляков, трупаков. Нужны охладители. А зачем охладители, если у меня есть кондиционер? Он же лучше, чем охладитель. 28, 42 снаружи. Так, давайте так, смотрите, работа. Садовод. Саня, садовод номер один. Таня, садовод тоже. Наверное, Таню мы расформировываем из строителей. Муфало сходит с ума, сука. Блять, Кузя. Блять! 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 Ловите кур ебаных! Ты чё? Ты фермер, такой же, как повар. Ловите, блядь! Кто-то сделай мне это нахуй. Ты ебанутый!
Блядь! Сделайте вход, ебланы тупорылые, блядь! Что у тебя не так? Плохо спала. Ужасно спала. Спала на жаре. Уныние. Увидел огниющий труп. X5. Здесь? Давайте сделаем могилки. Где бы сделать могилки? Сейчас мы захороним все тела, которые... Да. Синий. Не надо мне нервный срыв, блядь. Просто не надо, нахуй. Сидела в тюрьме, блядь. Оскорбление. Спала на жаре. Что по поводу жары? Сейчас 31 градус. Внутри по 16. Сброс. Сброс. Здесь сколько? Ёбаная черепаха сошла с ума, блядь! Попустите её люто. Попустите эту черепаху ебаную. Не в свинье, а в черепаху! Вы чё, ебанутые? Сука, свинку за... Блядь, свинку захуярили. Случайно. Впечатление ужасное. Неплохо. Так, давайте я им всем вот такие горшочки поставлю в здание, чтоб у них было, ну, красиво, я не знаю. Почему их сюда прикрутили? Просто взяли, прикрутили сюда животных. Не, ну в принципе нормально, они что, тоже кушают? Мне надо сюда собраться. Как собрать караван? Я не помню, каким образом собрать караван. На главной карте живешь по своему домику. И будет кнопка. Так. Жму по своему. А, снарядить караван. Угу. Принять. Угу. Пойдет Таня. И пойдет Синий. Ну и как охрана, я думаю, Богданчик может сходить. Ну да, все окей. Давайте. Они полдня туда будут идти. Караван Синий сформирован и начнет свое путешествие. Все, хорошо. Пойти на мирные переговоры. Отлично. Блядский рот. Сука, на меня в это время нападают. Саня, нахуй. Саня, не сейчас. Саня, блядь. Саня, ты долбоеб.
блядь, по Кузе попали. О, хорош, хорош, хорош. Ой, хорошо. Подожди, она сдается или что она? Блядь! Ладно, это восполнимо. Попускай ее, попускай! Так. Мертва. Мертва. Раздеть. Раздеть. Разрешить. 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 Ну им теперь надо в лазаретик, да-да-да. А почему они не идут в лазарет? Это очевидно. А, если у тебя меньше половины хп, то, наверное. Так, ну Кузя нормально. Санек. Ну да, сука. Сталь нужна, блядь. Так, у нас нету стали. Это сталь? Залежи стали. Копать. Копать, 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 копать. Песчаник не копать. У Кузи смертельная болезнь. Кузя! Что с тобой? Залечиваем Кузю. Нихуя тут кровища хуярит. Кузя, блядь! Все вроде... Потеря крови огромная. Почему, если... Откуда у него хуярит еще кровь? Блядь, еще Саня, вот этот приступ пиромании у Сани. Это просто пиздец, блядь. Он такой, о! А возьму-ка я нахуй сейчас и буду все поджигать, когда на нас нападают. Пиздец, блядь. О, хоронить. Раздеть и хоронить. Раздеть и... хоронить. Переговоры зашли в тупик. Мирные переговоры закончились ничем. Делегаты, проявляя достаточное взаимоуважение, четко обозначили свои позиции, однако ни одному из важных вопросов найти точки соприкосновения. Ага. Синий, ваш переговорщик повысил свой социальный опыт на 6000. Все, пусть идут обратно, да? Так, а какие еще задания есть? На вот это 20 дней. Я здесь смогу 102 золота найти, полная хуйня. Тут я смогу нового хуйкина себе приручить. Силовые когти, это говно. Пояс, щит, пока. Пусть возвращаются. Чё не так? У Кузи. У Кузи заражение. Правое плечо у Кузи. Блядь, лечите Кузю. А как крутые медикаменты купить себе или сделать их? Так, и еще в идеале, чтобы... Санек. Айнура. Блядь. О, убирай, убирай, убирай. Убери это все нахуй. Чтобы чисто было. Фух, пиздец, вот это навалилось на... в один момент все. У нас почему-то, кстати, технологии замедлились. Я не очень понимаю, почему. И уборкой прям хуёво занимаются. У меня всё в кровище, блядь. Отвратительное тут помещение. Пространство среднее. Да чё же вам не так-то, блядь? Чистота очень грязная. Красота минус 5. Ну, сюда тоже цветочек надо поставить, я уверен. Хотя, подождите, давайте вот это вот. Урна переставить. Она, наверное, красоты добавит побольше, чем цветочки. Так. Медицинскую кровать. Ух, блядь.
Кузя умер от заражения. Блять, Кузя умер. Блять, Кузя был жестким. Очень крутым мужиком был Кузя.